чего ты хотела? Уничтожить все назло себе, что создавали 10 лет. И не жалко тебе? Или ты просто хотел опозорить меня? От кого ты хотела освободить меня? Выход ты забыла, как мы сюда попали, чем мы жертвовали, чуть не пропали. Какое это теперь имеет значение? Это мое кредо, а не увлечение. Ради нас с тобой я готов воевать, а если потребуется, и убивать. Не можно жить. Да, там есть радость, музыка и мир, дверь открыта. Эко-сладость. Англия у нас все отняла, а взамен ничего не дала. Назвала меня чудовищем. Гордись теперь моим отражением. Все закончится тогда, когда я соизволю их простить. Не они меня. Все закончится тогда, когда я соизволю их простить. А не они меня.